Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 марта, Беларусь. И опять у нас зима. Всю ночь шел снег. И вот такая погода. А я иду кормить кроликов. Сугробы. Вот. Дорожка еще не чищена, но кормить надо. А буквально на днях мы своих крольчат перевели на улицу. И вот что получилось. Вот мои крольчата. Снегом их задувает. Нахухлились, как те куры. Ну что, малыши? Шпунтик. Вот, и еда твоя вся в снегу. Вся в снегу. Сейчас будем все вычищать и кормить вас. Так. А вы, малыши, что? О, тоже у вас все в снегу, все в снегу. И сами мокрые, а? И сами мокрые. Так. Ой, какие вы мокрые. Надо вас, наверное, переносить назад. В тепло. Рано мы вас сюда. А вы сухие. Так, будем разбираться. Сейчас сено пойдем возьмем, еды. Да. И сарай наш завалило снегом. Иду дальше. Иду в укрытие. Ох, я. Снега вот по колено. О, проваливаешься. Сколько снега навалило. Да, настоящая зима. Зима. А сегодня конец марта. Так. Здесь тоже что у нас? Здесь, надеюсь. Здесь, надеюсь. Все хорошо. Да. Надо чистить. Чистить, чистить, чистить. Ну, приветики. Привет, как дела? Вот. У вас здесь хорошо, да? Хорошо, тепло. Да? Тепло у вас здесь? Тепло. Ну, сейчас буду кормить. И тех жуликов назад, ушастиков. Здесь пустые клетки есть. Я их назад. Так. Ну что, Ириска? У тебя здесь малыши не повыбегали, нет? Ты их там хорошо укутала? Я даже туда не пойду. Ты, Сара, хорошо укутала своих малышей? Вымазалась? А, трется об что-то. Ну да. Там вот. Я думаю, все в порядке будет. Тоже не полезу. Да. Снега, снега. Зимой такого снега редко увидишь. А здесь конец марта месяца. Вот, надо все чистить. Ну вот, дорожки почищены. А мокро под снегом. Ну что, своих крольчат решила не переносить. Вот я им сено положила.
сделала сухую подстилку. Ну и сейчас для безопасности я кроликов этих накрою. Вот они кушают, мокрые мои, понамокали. Вон все в грязи. Но сейчас они высохнут. Вот. Кушают. Вместо воды кинула снега им. Вроде бы немножко метелица утихает. Но все равно клетки я сейчас накрою. Ну, вот так. Накрыла, сейчас я спокойна. Что ни день, то хлопоты.